Всем здравствуйте! Хочу предоставить вашему вниманию небольшую посылку с инструментами, которые специально купил для сборки авианосец Акаги. Это зажим для работы с фототравлением, для сгибания фототравления и высокоточные кусачки. Зажим небольшой, правда, всего 6 сантиметров, 60 миллиметров, имеет разные формы зажимов. У него он снабжен пружиной, то есть вы когда будете откручивать болт, пружина будет автоматически подниматься, ну и соответственно травление будет легко выходить. Рабочие все 4 стороны, то есть можно развернуть этой стороной, то есть, например, там, этой стороной. То есть я с таким инструментом еще не работал, да и с фототравлением тоже по факту не работал, поэтому буду учиться. В комплекте идет вот такое вот что-то вроде лезвия, например, если зажали фототравление, чтобы завести и загнуть, то есть не руками или каким-то толстым инструментом, а тонким лезвием. И вот такие вот кусачки высокоточные, они сводятся, то есть по факту как ножницы, очень тонкий срез у них, например, травление отрезать под кончик крепежа, который ему крепится. Ножницы очень острые, кусачки, да, они вот спокойно режут бумагу. Поэтому будем пользоваться вот таким инструментом. Покупал я все это в магазине «Зеленый кораблик». Ссылки на все эти инструменты я дам в описании. А что касается инструмента для фототравления, когда научусь работать с этим, с маленьким, тогда уже куплю более большой, более дорогой. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, смотрите продолжение сборок, смотрите обзоры. До свидания!